Ребят, всем привет! Короче, ничего, так я решил заправить себе, собственно, супчик. Сначала в надежде на то, что там говорят с курицей, и я начал сыпать. Гляньте, прям написано. Суповая основа. Я вообще думал, с этого пакета выпадет какая-то ляжка чисто курятины, поняли? Не, нифига. Отсюда не выпало кроме ничего, кроме как одного песка. Песок такой, настолько насыщенный песок, такое ощущение, что его к нам заносят в обуви, прямо в магазин. И там вот подмели, короче, сыпали сюда. И типа, жри, пацан. Поняли? Далее, есть еще вот такая штука. Ничего сложного нет. Как бы накидали пакеты, как говорится, жри, что подали, пацан. Вот, собственно, то и делаем. Посыпаем вот это. Но якобы оно должно дать какой-то специфический аромат. Якобы тут есть лучок, пучок. Поняли, там всякой типа ерунды. И вот такая вот вещь, я ее оторвал, короче, поняли, ля. Но внутри такое ощущение, что оно прям скомковалось и 10 раз уже высохло. Ее. А я не знаю, что там еще должно лезть. Оно настолько там тугое, как пластилин какой-то. Ля, лезет. На что похоже оно? Я не знаю, как это можно хавать. Но в любом случае жрать охота. Такое ощущение, что как с голодного края. Глядите, друзья мои. Щемится оно, короче, поняли? Сейчас это все выпадет, короче. Если б я хоть бы как-то знал, что это будет именно в таком формате. Вот так это все будет. Друзья мои, да лучше тогда уже хлеб с маргарином жрать. Ля, вообще, я не понял ничего. Это пакет туда кидать, что ли, чтобы он размяк? Там полная часть осталась в пакете. Я вообще, ты шо, я угораю, друзья мои. Сейчас возьмем горячую воду, поняли? Вот она, вода. И что мы делаем? Берем просто и запариваем. Как говорится, просто добавь воды. Не знаю, насколько оно будет вкусно. Но я, конечно, попробую, друзья. Но это, наверное, последний раз. Поняли? Ух ты! По запаху, конечно, чувство такое, будто бы какая-то простейшая мивина. Но ничего, друзья, ничего. Если все нормально, нормализуется, может быть, даже нормальный суп будем варить чисто здесь. Буфет закрыли, короче, поняли? Приходится самому. Василь свалил по делам. Глашу уволили. Буфет попросту закрыт. Все. Хавать приходится, собственно, с подручных средств. Все, что подмели, высыпали, запарили, поели, короче, друзья мои. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Это так, между делом, ролик для короче, пошел я жрать. Всем пока. Что-то оно еще и пенится там какая-то. Я не знаю, оно живое, что ли, там, я не понял. А обещали курицу. Да, полноценное мясо курицы там, короче. А я что-то и вообще ничего не вижу. Ни курицы, ничего там нету. Вообще уже...